Всем хай, братанчики, с вами Лёша, и это, наконец-то, продолжение. Возможно, кто смотрел прошлую часть, обязательно посмотрите. А помнят, как я проходил, по-моему, 11, 12, 13 уровни? То есть 13 я там начало только посмотрел, но до конца не прошел. Ну так вот, там, короче, какой-то случился баг, а я уже успел загрузить прошлое видео, и там в ускоренном темпе было показано, так как там, где я прохожу весь 13, 14, 15 уровень. И там можно мельком заметить, как я и с боссом дерусь, как и по этим квадратам прыгаю. Короче, сейчас все я постараюсь это сделать без ускорения и без этого бага. И я, кстати, заметил то, что мой канал сильно потерял актив, и вы перестали на меня подписываться. Давайте это исправим. Вот прямо сейчас челлендж. За 3 секунды успей поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Итак, 1, 2, 3. Если ты успел, то красава, и мы переходим к самому видеоролику. Я в последнее время немного отвлекся от моего канала, так как у меня мало было свободного времени, и я играл в очень прикольную игру на своей приставке старой, на Денди. Super Mario Bros. Называется. Возможно, кто-то о ней даже слышал. Правда, я там ее не полностью прошел, но давайте уже перейдем к игре. Может, я даже как-нибудь запишу видео, как я в нее играю. Но это вряд ли, конечно. Опа. Так. Давай, квадратик. Уложу тебя, не знаю уже в какой раз. Но думаю, уже, в принципе, сотый раз, наверное. Так. Ошибку совершать не нужно. Так. Тут нужно поразмыслить немножко. Так, мне нужно придержать. Ага, получилось. Теперь прыгаем и укладываем рогатика. Опа. О, какой буйный рогатик. Я теперь решил этого быкача называть рогатиком. Ой, блин. Давно я, конечно, не играл. Уже около недели. Опа. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Опа. Опа, опа. Бабах. Вот тут же, блин. Я тут уже не знаю, проходить это или нет. Я даже не помню, я проходил это. Да! Видали, с первой попытки! Давайте заново. Восстановили, как говорится, одно сердечко. И сейчас будет легендарнейший момент. Я его уже проходил однажды. И это было очень... Да! С первой попытки я раньше очень... Стоп. Так, чекпоинт есть. Аккуратненько. Так, думаю, что камешек нам пригодится. Думаю, сейчас... Опа, задавили рогатика. Так, прыгаем, чекпоинт. Фу, так, надо пока руки размять. Так, ты смотри, только не падай. Окей, и давайте. Первый пошел. Второй. Да. Погнали к боссу.
музыка такая из 80-х. Скажите, или из 90-х. Получается. Это какой-то... Опача! Блин, такой злобный. Что за фигня? Ты же раньше его всегда легко побеждал. Опа. Что я разучился. Надо будет потом еще потренироваться в конце ролика. О! Что, слабо меня одолеть, да? Посмотрите на его гримасу. Так, сейчас давайте уложим его оппонента. У меня оппонента и его дружка. Сейчас он, по-моему, двух должен наколдовать. Да. Так. Опа. Так, один есть. Давай, подходи, второй. Ой-ой-ой-ой. Осторожненько. Сейчас он его наколдует. Ух ты ж ё! Квадратов наколдовал этих. Ой, блин. Не испугался. Так. Осторожно. Опа, дабл килл. Тут вот надо будет уже... На последний. Да, мы его победили. Все, квадратик. Я тебя уже, наверное, раз четвертый побеждаю, или даже пятый. Или яички, а что тут яички делать? Нет, кто ж там появится? Ну, короче, мы прошли то, что я уже проходил несколько раз. Вот у нас следующий будет уровень 16. Ну, а на этом все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем до скорого, всем пока.